Кортеж с прахом Фиделя Кастро, проделав за 3 дня тысячекилометровый маршрут, прибыл в субботу в конечную точку Сантьяго-де-Кубу, место последнего пристанища лидера кубинской революции. Сантьяго-де-Куба – единственный город-герой островного государства. Здесь в 1953 году Кастро со своими соратниками пошел на штурм казарм Манкада, закончившейся неудачей. Здесь, с балкона городской ратуши, он объявил о победе в 1959 году. В свое время революционеры во главе с Фиделем Кастро прошли с севера на восток, чтобы свергнуть режим Батисты. На этот раз траурная колонна автомобилей двигалась в обратном направлении, проехав через местечко Байре. По обе стороны дороги ее встречали тысячи кубинцев с государственными флагами, портретами Фиделя Кастро и полотнищами движения 26 июля. Церемония захоронения начнется в воскресенье утром на кладбище Святой Ифигении. На Кубе все еще продолжается общенациональный 9-дневный траур, объявленный 26 ноября.